Жители Хакасии уже через несколько недель смогут оформить загранпаспорт на дому. Миграционная служба республики получила из Москвы специальные переносные комплексы. Пока их два. Один из ящиков передали в Абаканское паспортное отделение. Комплекс весит до 40 килограммов, поэтому, как признаются паспортисты, под силу его поднять только мужчине. Зато катать можно предусмотрены колесики. Собирается и разбирается мобильный комплекс как пазл. В комплекте специальное оборудование для фотосъемки, принтер и компьютер с базой данных. Оформить на дому специалисты смогут загранпаспорт только нового образца, биометрический, на 10 лет. Новинка практически ничем не отличается от оборудования, которое есть в отделениях службы. Подобные комплексы ведомство планирует купить и для остальных подразделений в районах. По мнению паспортистов, это оборудование поможет оформить загранпаспорт тем, кто находится в затруднительной ситуации. Стали сталкиваться с такой ситуацией, что есть люди, которые в возрасте не могут передвигаться, какая-то бытовая травма или еще что-то произошло, а человеку необходимо самому прийти, именно специальное оборудование, то мы сейчас можем уже спокойно приехать на дом по согласованию с нами, на дом или, может быть, организацию, или в больницу, допустим, то же самое, и провести фотосъемку, прием документов именно на того гражданина, который нуждается в таком.